Всем было бы полезно знать благословенный совет имама Али о том, какими характеристиками должны обладать сотрудники управления. По словам имама Али, алейхи салам, примерный работник должен обладать следующими качествами. 1. Должен служить людям. Имам Али, алейхи салам, сказал в письме к Малику Аштару: «Остерегайтесь попрекать людей за вашу доброту, или считать свои добрые поступки великими, или давать обещания, но не выполнять их. Попрекать кого-то уничтожает добро. Считать свои дела великими погасит свет истины, несоблюдение обещания вызовет гнев Аллаха и людей. 2. Должен быть ответственным. Имам Али, алейхи салам, говорит: «Я знаю свою ответственность за то, что говорю, и сам слежу за этим». 3. Порядок и аккуратность. Имам Али, алейхи салам, говорит: «Каждый день выполняй обязанности и работу этого дня. Дисциплина поспособствует тому, что люди будут довольны тобой». 4. Умение хранить доверенное. Тот, кто умеет хранить доверенное, завоюет доверие людей и избежит упреков со стороны других. 5. Быть верным своим обещаниям. Имам Али, алейхи салам, сказал в письме Малику Аштару: «Когда ты договорился о мире со своим врагом и дал ему пощаду, будь верен своему обещанию. Хорошо выполняй свои обязанности». 6. Благодарить и ценить других. Имам Али, алейхи салам, говорит: «Никогда не относись одинаково к хорошему и плохому. Это будет воздерживать хороших от положительных поступков и поощрять плохих. Каждому отдавай должное».